Когда-то купола православных храмов возвышались над каждым российским селом. В них искали утешения, совета, просили о помощи. Сейчас временно утраченное духовное наследие возрождается строительством храмов. Краевая программа по восстановлению культовых зданий, на счету которой более 150 церквей и соборов, не обошла стороной и Славянск на Кубани. Храм в честь иконы Божьей Матери было решено возвести на территории Центральной районной больницы. У верующих, находящихся на лечении, а также их родных и близких, появится возможность увидеть икону целительницы и помолиться за скорейшее выздоровление. Ведь немаловажным фактором излечения является вера. Принять посильное участие в строительстве храма иконы Божьей Матери целительница может каждый. Пожертвования принимаются в Краснодарском отделении Сбербанка России, номер 8619, на указанный на экране расчетный счет, а также в Славянском отделении Сбербанка, номер 1818, расположенному по адресу город Славянск на Кубани, улица Красная, 68.